В Самаре разрабатывают схему организации дорожного движения. Она будет включать программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города. Чтобы транзит был быстрым и безопасным, необходима автоматизированная система управления движением транспорта. Особое внимание – дорожной разметке. Ее на всех запланированных участках в Самаре должны нанести к 1 июля. Исключение составят только те участки, где будет идти ремонт. Мы себе в план поставили, мы этой работой будем заниматься и занимаемся. Безопасность пешеходов в приоритете. В Самаре обустроено 2670 пешеходных переходов, свыше 1000 регулируемых и более 1500 нерегулируемых. В городе выявлено 34 участка, где чаще всего происходят аварии. В этих местах должны заменить и установить светофоры, ограждения и знаки. Эту задачу, которая поставлена, должна быть сделана по знакам и по светофорам. Мы ставим ее задачу по контракту в июле, но мы ее в любом случае до 25 августа в полном объеме должны сделать для того, чтобы вот опять исключить те моменты, которые мы всегда 30-31 августа пытаемся что-либо исправить перед началом учебного года. Также в Самаре планируется создать так называемую лабораторию безопасности. Детей будут учить правилам дорожного движения. Мы используем велосипеды, самокаты, и ребенок уже демонстрирует свои навыки, как ему нужно вести на проезжей части. Выставляем конусы, вешаем знаки, наносим горизонтальную разметку. Комплекс мероприятий позволяет уже оценить, готов ребенок находиться непосредственно при движении в школу один, либо его надо сопровождать со стороны взрослых. С начала года в городе зарегистрировано почти 50 ДТП с участием детей. Сотрудники ГИБДД регулярно проводят профилактические акции, напоминают, что правила дорожного движения важно соблюдать как водителям, так и пешеходам. Мария Ильчан, Николай Епифанов. События.